иногда звали, иногда напрашивался, представлялся сотрудником. Сотрудником чего? Управляющей компании, чистящей вентиляционные шахты. И вот вас пускали женщин домой, и потом что? Душил. Почему именно вы душили, выбрали этот способ убийства? Тихий, быстрый, не знаю, безболезнь для них, мне казалось, менее болезненно. А что вас подтолкнуло именно на совершение убийства? Спонтанно все это произошло. Кушать хотел, на улице над нами жил. Так получилось то, что вот. Попалась возможность легких денег взять, что-то получать.